о главных событиях этого дня. Обслуживание вертолетоносцев, построенных для России, обходится Парижу в 5 миллионов евро в месяц. Бюджет корпорации BBC страдает из-за отказа британцев платить налог на телевидение. Визит Джона Керри в Россию вызвал живое обсуждение, тем более, что состоялся он после празднования Дня Победы в Москве. Выйти из конфликта с наименьшими потерями. Такую дорожную карту привезли в Москву французские переговорщики, которые призваны найти компромисс в вопросе о мистралях. Среди них глава Генерального секретариата по обороне и национальной безопасности Франции Луи Готье. Однако этот визит, по всей видимости, далеко не последний, поскольку Россия не приняла французское предложение в том виде, в каком его преподнесли. И если о том, что Москва должна получить вложенные деньги обратно, споров не возникает, то по информации российских СМИ, Франция желала бы продать вертолетоносцы другим странам. Но Москва пока не дает своего согласия. Кремль ссылается на пункт о запрете экспорта вооружения в другие страны, обычный для такого рода контрактов. Российские генералы отмечают, что эти корабли строили в соответствии с российскими стандартами. И если их передадут третьим странам, российская обороноспособность может оказаться под угрозой. При этом оставлять вертолетоносцы на вооружении у французской армии нет смысла, отмечают французские чиновники. Если вопрос стоит, ждет ли флот эти корабли, ответ – нет, считает французский адмирал Бернар Рожель. По его словам, это помешало бы Франции купить более нужное ей вооружение. Однако, чтобы продать корабли, их нужно переоснастить, убрав уже установленное российское коммуникационное и навигационное оборудование. Это дорогостоящая операция, не говоря уже о том, что ежемесячно на обслуживание кораблей Франция тратит по 5 миллионов евро. Отсюда и родилось предложение – просто уничтожить вертолетоносцы, например, затопив их. За полтора года 500 000 семей в Великобритании уже отказались платить налог на телевидение. Он составляет 145 фунтов в год, это около 12 тысяч рублей. Они заявляют, что не имеют дома телевизора, а телепередачи BBC смотрят не в прямом эфире, а в записи через специальный сервис или через интернет-вещание. Как отмечает издание, корпорация BBC из-за этого теряет ощутимую часть своей прибыли. Ежегодно бюджет BBC недополучает из карманов британцев почти 73 миллиона фунтов, около 6 миллиардов рублей. Ранее BBC уже сообщала, что компания ежегодно терпит убытки в размере порядка 200 миллионов фунтов из-за того, что британцы научились избегать обязательные к оплате телевизионные сборы. Мы неоднократно заявляли, что лицензионные сборы должны быть пересмотрены, чтобы появилась возможность включать туда тех, кто смотрит ТВ в записи. Мы обсудим, как это лучше сделать, чтобы найти действительно достойное применение деньгам наших телезрителей, отмечает представительство BBC. По данным издания, только в 2012 году 155 человек были признаны виновными в уклонении от уплаты телевизионного налога. 51 человек за это попал в тюрьму. Визит Джона Керри в Россию вызвал живое обсуждение, тем более, что состоялся он после празднования Дня Победы в Москве. При этом журналист и политолог Пол Крейг Робертс удивляется, что еще 9 мая американский госсекретарь пренебрегал Путиным, а уже 12 мая критиковал марионеточный режим Вашингтона на Украине. Вероятно, это можно объяснить тем, что к Вашингтону возвращается здравый смысл, пишет автор статьи. Парад Победы в Москве явно показал, что Россия первоклассная военная держава, и поддерживают ее и Китай, и Индия, которые обладают не только протяженными территориями, но и многочисленным населением. Празднования в Москве показали, что Вашингтон потерпел полное поражение, пытаясь изолировать Россию. Вместо этого он еще больше сплотил БРИКС. Стало понятно, продолжает Пол Робертс, что Вашингтон больше не служит объединяющей силой, тем более это окажет влияние на Европу, где два сильнейших за всю историю государства, наполеоновская Франция и гитлеровская Германия, потерпели крах именно после того, как напали на Россию. Европу толкнули на конфликт с Россией в интересах Вашингтона, который претендует на роль мирового гегемона, пишет журналист. Сами европейцы, по его словам, привыкли подчиняться Вашингтону, но когда дело дошло до конфликта с Россией, они все же выразили недовольство. Признаки независимости европейской внешней политики появились с того момента, как Меркель и Олланд встретились с Путиным, чтобы разрешить украинский кризис, срежиссированный Вашингтоном. Столкнувшись с провалом своей политики по изоляции России и с появлением независимой внешней политики в Европе, Штаты прислали Керри с мольбой. Путин миротворец, и он позволит Вашингтону спасти лицо, считает автор статьи. Обаме, Керри, Кэмерону нужно стать волшебниками. Им придется перейти от демонизации Путина к сотрудничеству с ним. У Запада не получилось надавить на Россию силой, и теперь он пытается действовать через обольщение. Если народы Запада надеются избежать полицейского государства, которое Вашингтон установил во всем западном мире, мы должны умолять Путина не поддаваться на обольщение, пишет Пол Крейг Робертс. На Западе нет лидера, а есть лишь эгоизм и высокомерие, считает журналист. Западная модель демократического капитализма оказалась не демократической и не капиталистической, а формой фашизма, которым управляет олигархия. США — это как раз то место, где больше всего необходима смена режима, утверждает Пол Крейг Робертс.